В Ленинградском доме журналиста состоялась международная научно-практическая конференция «Средства массовой информации и пропаганды в борьбе против буржуазной идеологии». В ней приняли участие видные публицисты, ответственные работники средств массовой информации социалистических стран, представители Международной организации журналистов. С докладом выступил первый заместитель заведующего отделом международной информации ЦК КПСС Фалин. Участники конференции обсудили проблемы борьбы против извращения буржуазной пропагандой в сущности внешней политики социалистических стран, идеологических диверсий империализма, задачи демократической журналистики в борьбе за прочный мир во всем мире. Журналисты из Афганистана, Болгарии, Венгрии, Германской Демократической Республики, Кампучии, Эфиопии и других стран посетили крейсер революции «Аврору». Сегодня нет такой страны, такого идейного или политического течения, которое не испытало бы на себе в той или иной мере влияние социализма. Конференция, организованная в Ленинграде Союзом журналистов СССР, послужит дальнейшему улучшению деятельности средств массовой информации в борьбе против буржуазной идеологии.